Сегодня скорбная дата. Ровно 12 лет назад разбился вертолет с Александром Лебедем. Напомню, авиакатастрофа произошла 28 апреля 2002 года в 10:15 по местному времени. Вертолет, в котором вместе с губернатором находилось 20 человек, направлялся на презентацию новой горнолыжной трассы на Буйбинском перевале. Вместе с чиновниками на борту были и наши коллеги, журналисты. В этой катастрофе погибли Александр Лебедь, его заместитель по социальным вопросам Надежда Кольба, оператор телекомпании X Игорь Гореев, корреспондент сегодняшней газеты Константин Степанов и корреспондент нашей телекомпании «Седьмой канал» Наталья Пивоварова. Наташа была девочкой очень доброй, наверное, самой ласковой доченькой. Веселой, жизнерадостной. В ней было очень и очень много юмора. На телевидении ей работать очень нравилось. Ну, так вот получилось.